возможно, тут найдутся знающие люди, которые смогут объяснить то, что произошло со мной много лет назад. Мне было тогда 23 года, и я только познакомился с девушкой. Красивая, умная, веселая, как-то прям уж слишком идеальная. Позже выяснилось, ведьма. Она как-то в шутку сказала, мол, я ведьма наследственная, а виной всему прабабка ее, которую якобы проклял кто-то за ее делишки. Вот и мучаются они до сих пор по женской линии. Вроде и шутка, но есть у меня парочка случаев, которые вспоминать страшно до сих пор. Мы как-то сидели в гостях, играли в карты. Обыграть в тот вечер мою подругу не мог никто. Из раунда в раунд побеждала она. Но суть не в том. Коля, мой лучший друг, туда притащил фотоаппарат и давай фотографии делать. Моя девушка трижды попала в кадр, после чего резко встала, собралась и ушла. Позже объяснила, мол, плохо ей стало, устала. Пару недель спустя, когда мы привели фото, к своему глубокому удивлению, мы не заметили громадную тень, что нависала над Дашей, моей девушкой, на всех фото. К слову, над другими ребятами ничего подобного не было. Некоторое время спустя, когда я уехал в командировку, мне приснился жуткий сон. И якобы я лежу на диване, а все свободное пространство занимают огромные глаза, которые в упор наблюдают за мной. В тот же вечер позвонила Даша. Сказала, что практически весь день вспоминала меня. Думала обо мне, наблюдала за мной. Ну и последний, и, наверное, самый жуткий случай произошел тогда, когда мы расстались с ней. Ту же ночь не приснилась огромная черная кошка, что недвижимо смотрела на меня. Утром я проснулся абсолютно больным, от слова совсем. Долго лечился, потратил много денег, даже занять пришлось. Честно говоря, пару раз был близок к тому, что моя жизнь закончится прямо здесь и сейчас. Но, видать, повезло. В целом, около 2 лет лечился. Времени прошло много. Сейчас все замечательно. Но те странные, мягко говоря, события я запомнил на всю жизнь.